Что такое? В чем дело? Паспорт верните, пожалуйста. Телефон убери. Нет, я не уберу телефон. Телефон я не уберу. У нас нету военного положения, не введено ничего. Вы забирайте. Вы забирайте. Нет. По военному положению? Нет, по военному положению у нас нет мобилизации. Нет. Положению. У нас нет военного положения, а значит нет. Открывайте в телефон. Не надо мне открывать телефон. Номер, не надо. Мне ваш глава до одного места. Понятно? Вызови мусорову лучше. Вызываю сейчас мусоров. Что это такое? Принудительная мобилизация идет. Я не поняла, в чем дело? Ты почему здесь? Почему ты здесь? Нет, ребята, мы в онлайне, смотрите, мои подписчики. 28 июня, Макеевка, центрально-городской район. Вот, забрали документы у мужа. И требуют, чтобы его сейчас увезли. Документы не отдают. Идет, говорят, всеобщая мобилизация, хотя военное положение не введено. Вот стоим и разбираемся. Верните документы молодому человеку. Он не поедет с вами в военкомат. Он в военкомат не поедет с вами никуда. Вот, смотрите, молодой человек поворачивается. Вот второй, забрали документы. Хотят увезти военка. Так, нет, отдайте документы. Нет, он не поедет ни в какой военкомат. Нет, он никуда не поедет. Верните документы. Принудительной мобилизации нет у нас. Нет, добровольная. Он не хочет идти воевать. Это не добровольно. Добровольного, принудительного. Есть всеобщая мобилизация. Ты почему здесь? Нет, он ничего не обязан. Не обязан он, понятно? Мне ваша глава до одной жопы. Он ничего не обязан. Он никуда не поедет. Надо ж вызови полицию. И что? Это паспорт Украины, я гражданин Украины. Он гражданин Украины, отдай паспорт. Отдай паспорт, я сказала. Ребят, смотрите, что вытворяют. Вот, смотрите, лица какие, посмотрите, какие у них эти самые... На запястье, смотрите, какие у них золотые цепи. Этот человек забрал и требует, чтобы он мобилизовался. Вот, смотрите, верните. Кого хотят, того и берут. Вы понимаете, у них, видите ли, работа такая. Забирать военкомат. Воевать никто не хочет. Вы уже все задолбали своей войной. Позабирали всех мужиков, всех ребят. Уже половина попохоронили. Мы, зятя, брата, всех на свете уже, блядь, один остался. Ребенок инвалид у нас. Ничего? Паспорт. А вот видите, паспорт, как вы вырывает? Отдай паспорт. Квитанцию сюда верни, уважаю. Так. Вот, ребят, видите, что тут? Вот, ребят, что тут?